здесь можно подобрать тебе машину. Отправляемся в путь. Можно даже раскрасить ее в любые Поехали цвета. Кататься. Здравствуйте. Хелена Пирс ждет вас в новой гавани. У нее есть для вас работа. Похоже, ты умеешь приспосабливаться. Что происходит за пределами новой гавани, меня не касается. Не знаю, кто сюда прислал Танис и что она здесь делает, но мне все это кажется странным. Там пока все. Здравствуйте. Хелена Пирс ждет вас в новой гавани. У нее есть для вас работа. Патрисия Танис, главный научный консультант корпорации Даль. День 224. Теперь я могу разговаривать исключительно с диктофоном Эхо. Наши с ним отношения развиваются. Периодически я сплю с ним, иногда заставляю его оставаться за пределами своей палатки. Мне все труднее становится отличать логику от безумия, и это меня утомляет.
Я переводила иридианские письмена, ругаясь с прибором. Его не было несколько часов во время моего последнего цикла сна. Я слышала, как ты улизнул. Если бы мне захотелось поважничать, я бы заключила, что, судя по иридианским письменам, это было классовое общество, одинаково способное к политике и вооруженным конфликтам.21 день. Во время работы я провожу большую часть времени, разговаривая с людьми, которых здесь нет. Два дня назад объясняла матери, как программа перевода, написанная мной, помогла понять, что фактически означает весь этот иридианский текст, который я пытаюсь расшифровать. Моя мать умерла 16 лет назад. И на самом деле ее никогда не интересовала наука, если уж на то пошло.
Я не уверена, дошла ли я уже до точки, откуда нет возврата. Но мое упорство, унаследованное от нее же в первую очередь, будет удерживать меня здесь, пока я не узнаю, где именно находится хранилище. Или пока я не забуду окончательно, что я собиралась сделать. День 457. Это потрясающе. Думаю, я могу раздеться догола и сделать несколько кругов, торжествуя. Но я отложу это до цикла сумерек, боюсь любопытных глаз. Перед тем, как перегрузить и расплавить 4 из моих 13 квантовых компьютеров, программа смогла расшифровать чуть больше, чем я сумела раньше. Починка займет несколько дней, но я нашла много повторяющихся упоминаний о событии, происходившем каждые 200 лет. Оно повторялось много раз с символом, который чем-то похож на круг с перевернутой буквой «Ви» внутри. Возможно, это знак хранилища, и что-то связанное с ним случается каждые 200 лет. Что сегодня на ужин? У меня будут яйца.
здесь можно подобрать Пай, себе машину. Показал. Можно даже раскрасить Пора ее в любые цвета. Отсюда. Здравствуйте. Хелена Пирс ждет вас в новой гавани. У нее есть для вас работа. День 493. Корпорация Даль только что закрыла все шахты на Пандоре. Думаю, они обезумели. Ну или... Или их заставило принять это решение какое-то безумие. Месторождение Иридия на этой планете принесли корпорации огромную прибыль. Благодаря им финансировался мой проект. Это учитывая, сколько стоит здесь рабочая сила. Интересно, что Даль будет делать с каторжниками, работавшими на шахтах, которым они не заплатили? Не думаю, что кто-то из них станет мне другом. Что? Почему ты всегда так ревнуешь меня к новым друзьям? Я тебя отключаю.
Почему нужен врач, когда есть мои машины со своими страшными иглами? Ага. Здравствуйте. Хелена Пирс ждет вас в новой гавани. У нее есть для вас работа. Не стреляйте в меня. Пожалуйста, не стреляйте. Пожалуйста, не стреляйте в меня. Не нравится мне это. Я нервничаю. Сделай глубокий вдох. Я не могу дышать. Это запись чужого дыхания. Подделка. Теперь я нервничаю еще больше. Ага, не работает. Хелена Пирс ждет вас в новой гавани. Он идет и ждет вас работать. Лекарство на любой вкус. Если вы на бандитов или исследуете неизвестные земли, вам обязательно нужно надежное оружие. Чё надо?
выкрутился! Здравствуйте! Хелена Пирс ждет вас в новой гавани. У нее на месте один рты! Покупаем машины! Не надо выходить. Ну, кто бы возражал? Thank you.
где у нас живут машины. Выбирай по вкусу. Не позволяйте Алому Копью взять верх. Купите себе оружие лучше, чем у них. Если нужны лекарства, подходим и берем. Ну что, пора и по газам. Пора убираться отсюда. Тебе удалось убить уродца. Пирс отказалась дать тебе допуск класса А, так что мне пришлось украсть ее механическую руку и не отдавать, пока она не согласилась. Теперь у тебя полная свобода передвижения. Ну как, мы друзья? Мне бы этого очень хотелось. Здравствуйте. Хелена Пирс ждет вас в новой гавани. У нее есть для вас работа.
поиск по базе данных. Вашей ДНК присвоен допуск класса А. Мост опускается. Мост, повелеваю тебе опуститься. Можно предположить, что на мусорном берегу есть еще один фрагмент ключа от хранилища. К сожалению, путь туда преграждают обитатели Джеймистауна, от которых за версту разит алкоголем и невежеством. Науку они любят не более, чем я музыку. А музыка глупая и бесполезна. Почувствуй это. У меня отлично получается. Yeah.
Посетите Атлант, и вы узнаете, каково это обладать силой богов.
Недорогое, надежное, легковесное оружие с очень высокой скоростью перезарядки. Тедиор изготавливает простое в использовании оружие. Thank you.
вы только посмотрите.